Игра с Ахматом как-то насторожила. Я думаю, что игру с Ахматом брать и как-то ее экстраполировать на весь сезон точно нельзя, потому что Ахмат при Ромащенко крайне неудобный соперник для любого коллектива абсолютно, кто бы там ни играл и из какой бы турнирной сетки эта команда не приходила. Тем более, что на верхнюю часть Ахмат настраивается всегда очень сильно. Я думаю, что если есть проблема у Ромащенко, то только с командами, которые находятся ниже. Ромащенко – тренер, который знает, что такое не проиграть, и я думаю, что в этой игре как раз такой заход и был у него. Краснодар, который может переключать режимы по ходу игры, здесь не включился в основной свой режим позиционной атаки, который должен быть как раз против Ахмата. Ну и, в общем, получилась довольно закономерная ничья. При всех цифровых показателях в пользу Краснодара все, опять же, идейно в пользу команды Ромащенко, который у себя дом не проигрывает с 14 августа. Поэтому я думаю, что Ахмат – это такая очень уверенная в себе команда сейчас. И говорить о том, что она домашняя, стоит, потому что там действительно очень крепкая оборона, но и на выезде Ахмат чувствует себя комфортно.